Весь август в рамках областной профсоюзной акции «Привлекаем кадры вместе» проводится работа с молодыми специалистами. В Солигорский район их сегодня прибыло более 500 человек. Им уделяется много внимания в трудовых коллективах с целью помочь адаптироваться на новом рабочем месте, обеспечить хорошие условия проживания и отдыха. На диалоговую площадку были приглашены более 40 молодых специалистов из 18 организаций, чтобы они могли получить информацию по наиболее волнующим вопросам. Особенно это важно для иногородних специалистов, которым порой нелегко наладить жизнь в новом населенном пункте. Перед вами, в общем-то, сейчас открытый мир, а Солигорск – это открытый мир. И вам очень повезло, что вы попали в наш прекрасный город. Наш диалог, вот как уже Анна Ивановна отметила, это услышать вас. Вообще, как вам Солигорск? Как вас встретили на рабочем месте? Какие у вас планы? Планируете ли вы оставаться дальше в Солигорске? Просто вот открытый диалог, и хотелось бы с вами вот на эту тему поговорить. Гости диалоговой площадки – эксперты из разных сфер – жилищно-коммунального хозяйства, Белорусского республиканского союза молодежи, домостроительного комбината, военного комиссариата, Беларусьбанка, Дворца культуры, профсоюзного движения. В диалоге с молодыми специалистами важно донести наиболее актуальную информацию, ответить на вопросы, обсудить проблемы. Молодые специалисты – все-таки это наше будущее, это возможно, даже будущие руководители наших организаций. И наша цель, чтобы они, придя на первое свое рабочее место, закрепились в этой организации и продолжали работать. Я представляю Солигорский ДСК. Вот, пришла с этого года к ним, после университета. Интересен сам формат мероприятий, посмотреть, послушать, обменяться опытом, возможно, оценить, как устроена работа с молодыми специалистами в других организациях. Традиционно молодых работников, которые только прибыли на предприятие, волнуют вопросы обеспеченности жильем, получения льготных кредитов и компенсационных выплат, социальные гарантии и льготы, а также возможность интересно и с пользой проводить свободное время. Специалистам готовы предоставить максимально комфортные условия для труда, жизни и отдыха, а их задача быть активными и заинтересованными.